В результате пожара в жилом доме на улице Подстаницкого, произошедшего накануне вечером, погиб человек. Еще трое пострадали. Спасателям удалось вытащить их из горящей квартиры. Уже через 3 минуты на место происшествия прибыли 3 пожарных расчета пожарной части номер 11. В результате происшествия одна из комнат выгорела полностью. На пожаре погиб 1 человек. Еще 3 пострадали. Причина пожара устанавливается. Информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного в 10:00 вечера. Полыхала квартира на 5-м этаже. По неофициальным данным, ее облюбовали люди без определенного места жительства. В настоящее время выясняется личность погибшей женщины, проводится доследственная проверка.